На Украине завели уголовное дело против Захара Прилепина. Российского писателя подозревают в финансировании терроризма и в участии в террористической организации. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская. Прилепин сейчас не только писатель, он также советник главы ДНР и совсем недавно стал еще и заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии Народной Республики. 13 февраля глава ДНР Александр Захарченко присвоил Прилепину воинское звание майор. Захарченко назвал Евгения, это настоящее имя Захара, патриотом Донбасса не на словах, а на деле.